Сердце машиностроительного предприятия «Компа» – производственный цех. Познакомиться с тем, как трудятся в одном из ведущих и стабильных в Бресте предприятий, прибыл председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. Указать на проблемы, помочь решить различные вопросы охраны и безопасности труда, заработной платы, организации производства – задачи информационно-пропагандистской группы. Такие встречи помогают быстро понять, насколько качественно выстроена система стимулирования и контроля на предприятии. За свои 49 лет я впервые вижу такую организацию производства. И вопрос ведь, наверное, в том, что всегда не хватает энтузиастов, которые могли бы и хотели реализовать вот такие принципы построения. Нам всегда кажется, что управление – это ерунда, и это не наука. Как оказывается, для того, чтобы организовать производство успешное, надо уметь управлять. Новый подход к организации производства – фишка генерального директора предприятия «Компа» Михаила Белоусова. Он много ездил, учился, сравнивал и выбирал. Выбирал лучшее и приемлемое. Успех во многом стал возможен благодаря системе работы. В компании важны не только финансовые результаты, но и вовлеченность каждого работника в ее деятельность. Важен порядок на всех этапах. «Компа» – это единый слаженный механизм, каждое движение которого отточено и доведено в буквальном смысле до автоматизма. То, что здесь реализовано, в принципе, можно организовывать курсы для управленцев для того, чтобы показывать, как надо выстраивать систему производства, систему стимулирования, систему контроля, систему, скажем так, учитывающую рабочее время и позволяющую его не тратить впустую, что в свою очередь, конечно же, влияет и на производство, на рентабельность и на стоимость продукции, конечно. Продукция с маркой «Компа» известна на всех континентах. Предприятие работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности 26 лет. Выпускает высокопроизводительное оборудование, на котором впоследствии работают мясокомбинаты и мясоперерабатывающие производства Беларуси и зарубежья. Сегодня востребованность продукции под брендом «Компа» велика. Как говорят, спрос опережает предложение. Мы видим у себя большой запас, большой ресурс в компании, который позволит на самом деле при правильном его использовании производить больше, чем на сегодняшний день мы это делаем. И на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что узким звеном, узким моментом у нас является не рынок, а производство. То есть востребованность в нашей продукции гораздо выше наших возможностей. Поэтому мы сейчас и работаем над повышением эффективности своего производства. Малый и средний бизнес – это то, на чем основывается экономика многих государств. Уровень его влияния на валовой внутренний продукт Беларуси достаточно высок. Отсюда и цель рабочей поездки – познакомиться с организацией производства частной формы собственности. И, кажется, знакомство оказалось более чем успешным.